Оба идиоты пораньше. Как, ну... Пускай стоит. Это кровавый большевистский переворот был. Это для чего его сносят? Чтобы они администрацию свою здесь расширили. Он собак перестрелял. Проходит ночь, и над землей все шире, заря встает светла. Не умер он, повсюду в этом мире живут его дела. Так говорил о Ленине поэт Михаил Исаковский. И дела Ленина действительно живут и по сей день, только относятся к ним теперь совершенно по-разному. Все чаще раздаются голоса тех, кто считает, что Ленина пора убрать с постамента истории. Да и с памятников дедушку все чаще стараются попросить. Сегодня мы хотели бы узнать у жителей Воронежа, что они вообще думают по этому поводу. Абсолютно равнодушно. Стоит, пусть стоит. Уберут, тоже пусть убирают. Я вообще здесь иностранка. Я даже... Хотя мы видели, да, памятник? Я против. Против? Это же память все-таки наша. Лично для меня это очень важно. Скажите, пожалуйста, как относитесь к идее снести памятник Ленина на Центральной площади? Не лично, не думала об этом, не знаю. То есть, ну, вы равнодушны к Ленину? Ну, стоит и стоит, в принципе. А что поставить вместо него? Хотели бы кого-нибудь поставить вместо Ленина? Ну, не знаю, понятия имею, я как-то уже привыкла к Ленину. Просто чисто привычка. А к самому, так сказать, вождю как относитесь? Ну, равнодушно. Не, а что, отрицательно. А что, его будут сносить, что ли? Я не знала. Как, ну... Пускай стоит. Нет, на Гордеева. Попойте. Гордеев большую роль положительную сыграл для Воронежской области? Или... Оба идиоты пораньше. Один в прошлом, а один в настоящем. Он собак перестрелял в области Воронежа. Это для чего его сносят? Чтобы они администрацию свою здесь расширили, а то им места мало, они уже на парк позарились вон там. Вообще, они только и стараются себе каждый кусок захватить. И еще везде ЖК, леса повырубили, одни ЖК понастроили. Как относитесь к идее сноса памятника Ленина на Центральной площади? Честно, никак. Я, наверное, все-таки не тот персонаж. Вы абсолютно равнодушны, да? Да. А к самой фигуре Ленина тоже никак? Тоже никак, нет. А как думаете, он более положительное влияние оказал или скорее отрицательное на нашу страну? 50-50, наверное. То есть он имел большое значение, вот, но если мы сейчас от него избавимся, мне кажется... Сильно мы от этого не пострадаем. Нельзя. Ну, как-то объясните, раскройте позицию. Ну, это вроде история. Как можно от истории? Историю забыть нельзя. А к самому Ленину как относитесь? Ну, Ленин, мы его же не видели. Просто его действия мы чувствовали на себя. Он положительное влияние? Да, наверное, больше положительное, чем отрицательное. Как относитесь к идее сноса памятника Ленину? Отрицательно, глубоко отрицательно. А расскажете, почему? Потому что все, что мы имеем, благодаря тому, что это было сделано по его заветам, по его направлениям. И я благодарна тому, что я жила при советской власти 40 с лишним лет. Не знаю. Двояко. Ну, объясните. Ну, с одной стороны, это памятник истории, а с другой стороны, очень много всяких предрассудков по поводу Ленина. Не знаю. Сами как относитесь к Ленину? Не могу сказать. Что ж, мы выслушали мнение простых горожан по этому вопросу, а теперь узнаем, что думает специалист, сотрудник политического отдела Илья Ершов. Илья, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, нужно ли сносить памятник Ленину? Во всех городах мира памятник основателю этого города. У нас везде. Ленин здесь был в Воронеже? Нет. Не был. И что он здесь делает?